Больше всего в этом синтезаторе меня умиляет, как в нем реализован питч. И вообще питчинг. Крутится он отверточкой. Вот таким вот замечательным образом. Восхитительный звук. Кстати, не знаю, почему его так заглючило, это интересный вопрос. До этого я играл, такого ада он не давал. Впрочем, инструмент старый. Плюс на него может влиять скачки напряжения. Старая электроника, как это было, очень чувствительна. У Крафтверк, например, на каком-то концерте замечательнейшим образом изданулись их муди. С тех пор они катались со стабилизаторами напряжения. Восхитительно. Не знаю, с чем это связано. Noise Machine. Ну вот, магия исчезла. Обидно. Я думаю, это еще пиздец, как связано с регулятором питчера. Да. Черт.
магии не происходит. Ну что ж. Резкий звук. Тут он тоже не хочет выдавать отка. Получится ли? Грустный глич Габой. Вообще, это синт, это доисторическая цифра. Ну, как видите, цифра тоже умеет чудить. Особенно если она старше меня почти на десяток лет.
давайте и закончим.